Олег, привет, спасибо за такую классную игру и поздравляю с победой, с выходом в финал. Спасибо. Как тебе сегодня? Спасибо, все понравилось, все получилось. Правда, конечно, не обошлось без глупых ошибок. Наше слабое место сейфти, оно, к сожалению, дало о себе знать. Все остальное, особенно работа команды атаки, абсолютно доволен. Мы прогрессируем, есть слаженность. Это то, что мы хотели увидеть. И, надеюсь, в финале мы будем еще лучше. Ожидали ли, что в первой половине уже будет 28-0 в вашей пазе? Что 28-0 не ожидали, но расчет был на то, что мы сможем заносить быстро, качественно. В общем-то, то есть мы полностью выполнили план на игру, и хотелось в это верить, мы надеялись, конечно, настраивали ребят на серьезную игру, но получилось именно так, как мы планировали. Легко, свободно мы достигли комфортного преимущества. Олег, скажи, тяжело настроить ребят на вторую половину после вот такого разгромного счета в первой? Да, наверное, тяжело, и это сказывалось. Появилась некая прохладца у ребят, что повлекло за собой, конечно, и вот такие необоснованные ошибки. Но, к сожалению, мы пока не можем с этим справиться. Наверное, как и все молодые команды, они свойственны психологически расслабляться после удачного начала. Сегодня в Минске плюс 10, да, прохладно, и большой риск получить травму. Что нужно сделать, чтобы предотвратить это? Разминаться, плюс комфортная одежда, которая дает возможность сохранять тепло. Ну, в общем-то, в принципе, с этим проблем нету, ребята. Эти основные правила они уже давно усвоили, поэтому мы не чувствуем дискомфорт. Погода очень даже приятная. Боялись, что будет дождь, и мы не сможем играть пасовую игру. Но, к счастью, все хорошо, погода нас не подвела. Отлично. Большое спасибо, Олег, увидимся. Спасибо.